Привет всем! Мы Блиц будем играть 3 плюс 2 сейчас. Так, нам дали игру. Так, вот этот опенинг, конь сейчас b7, и как-то конь b6, нет, он так не играет. Так, бьем, пешку выигрываем. Неплохо, придумал. Ну, неплохо придумал, только может что-то там будет не так. Если он все правильно сыграет. Нету вопросов. Так, нету никаких нормальных турниров. Так, c3. И погнали. Так. Ну, можно на 4, конечно. Попробовать как-то пешку выиграть. b4 опять. Убирать слона, если на 7. Забираю пешку, да. Он потерял пешку. Вот так мы выиграли вторую пешку. Неплохо. Так, попробуем ладью открыть. Если он заберет. Нет. Эх, что? Что поделать? Можно так. Ну, на плюс 2, но меньше времени. Так, но не намного меньше. Теперь не. Ну как, вам нравится позиция? Слышно меня или нет? Так, рокировку. А почему? Так, слышно. Ну, слон f3. Сыграем, если коня. На всякий случай уберут на b7 себе. Куда он бы коня убрал, конечно, непонятно. Только на d6 самый лучший ход. Ну, бить. Так, что-то тут можно, молодежи. Ну так можно, конечно. Эх, защищаться надо от ладья d1. Я понял. Если там бы что-то, может, плохое. Ну, я бы пешку терял, конечно, если я не трогаю. И
Его не смущает время вообще? Ну, так сыграл слон. Да. Можно так. Ну, выиграет он или нет? С4, не, слон может на b6. Не, я там, пешку теряю. Так, лучше пешки не терять, они. Может, даже одни из самых лучших вещей на доске. Ну так, туда-сюда ходишь. С4 бы хотелось. И как-то b5. Вообще, я хотел вывести коня на 3b5 сделать, как-то ударить там. А он как бы не дает. Ну, потеряли одну пешку. Никто не будет плакать, да? Ты пытался... мат поставить. Так. Ты все равно как-то не выиграл фигуру, да? Какой-то glorified один. Непонятно кто. Ну, пока еще не надо забирать. Можно даже так. Ну, дро могли бы выиграть. Да. Ну, давайте с ним еще раз. А, нет. Есть какой-то турнир. Так, пуля есть. Можно сыграть. Да, я знаю, вы не видите турнир. О. Эх, неплохо паренек играет. Непонятно. Еще кто выиграет? Ну, надо же выиграть. А что еще поделать? Мы проиграем. Грустно будет. Неплохо придумал. Запиним его. Как-то надо Е5 или что-то такое придумать. Брать.
Что я делаю? На, без выигрыша мы не сыграем хорошо. Чтоб вы знали. Ой, тю, мы по времени проиграем. Тю. Что я за идиот? Ой, не, я лучше не буду так играть. Так, поиграем лучше 3+2. А, ну, почему? Это всегда должно случиться. Ну, правильно, 9 очков. Очень весело. Кто? Орио. Неплохо. Ну, может, ты... Нет, сначала так. Неплохо. Парень играет. Ну, конь Е4, может. Увидим. Ай. Еще так он. Не убьет. Шах. Я понял. Надо. Музыка. Я даже ее не слышу, это понятно. Можно тут как-то пешку? Не делайте, как я меняться перзями, когда не нуждала. Не делайте. Спасибо. Спасибо. На, правда, спасибо. Смешной играл. А, кстати. Сейчас. Сколько? А, один блондер. А, окей, я понял. А, у него не... А. Я не очень тут хорошо в игре сыграл. Тут ударил маг. Так, так, маг, так. Правильно. Удар. А, был мат в один ход. Все. А, ну, мы все равно выиграли. Мы могли мать ставить.
какой-то чувак. Понятно. Хочется выиграть такого паренька. Если c4, ну вот на этот случай c3, чтобы солнце 2 либо 1. Поэтому ничего страшного нет. Если бы что я забрал, так бы было. Ну конь b3 сразу нельзя. Так. Забрали. Ну как? Прогоню коня, чтобы забрал и конь b3 осмыслить. Интересно. Неплохо. Парень. Непонятно какой. Ну и может конь d4, конь c5. Там нету почти разницы. А, ну конь c5 и конь b7, а конь d5 и конь c6. Не он. Я думаю, слон d6 как-то залезть. Нужно попробовать. Ну как? Я рука. Нельзя еще сказать, я его рву. Ну, выигрываю. Мне кажется, по позиции. Если коня двигает, я думаю, не знаю, куда. Нет. Ну, как дела, Феррис? Ферзь b6 не страшно. Сразу говорю. Не страшно. Ну, сыграл так. Можно конь шах. Эх, так и сделаю. Так. Как-то попробуем матей. Ай, ладья бьет е7. Но слишком. Слишком много монет я заработал. Я думал. А зачем я так много монет заработал? О! Ами. Мат где-то есть? Так, надеюсь. Ну, попробуем бить на G6. Красавчики. Он может... О! О! А ну, а что тут? Закроем тут. Все равно я выиграю. Так, окей. Что хотите? Ну, пазл, бэтл. Попробуем. Я не очень хорошо играю.
Мой хайс только где-то 24. Это за 3 минуты плохо. Я лучше спазну. Но это же игра. А, подожди. Да. Думает и сел на горшок. Король сел на горшок. King sat on the горшок. Parole. King sat. А, ну это понятно. А что тут? Непонятно, что делать. Ха-ха-ха. Непонятно, что делать. Я понял тогда вот так. Сейчас непонятно, что делать. Через 6 просто вернули. Я не могу сказать, этот плохо делает. Он, кстати, лучше меня. Это понятно, да, люди? Кто смотрит? Ну тут шах и битель. Шах. И король сел на горшок. Так. Что это за игрок? Как люди? Не буду. Плохо, это 1500. А, она же говорила хорошо. Попробую. Еще одну, еще. Не знаю, что я играю, какой-то непонятно какой опенинг с тысячу, который непонятно как играю. А это не очень хорошо играть, что попало, поэтому мне не очень хочется, чтобы это делать. Но вы можете делать, что хотите, только... люди могут делать что? О! Кот. Король сел на горшок. Да быстрее.
Король сел на горшок. Ничья! Уф! Боялся, я проиграю. Но я красиво там. Уф! Уф! Да! Правильно, ты юнакон делаешь. Ну, мой опенинг забрал. Нет. Пароль. Король сел на горшок. Или C4. Кто знает, какой ход он сделал? Unicorn. Так, не даем слону на D3 решать нам матаку. Как-то может фигура B6, актив фигура. B4 мир вот такой красив. Красивый. Нету ничего бояться. Конца 7. А нет, там не очень плохо. Выглядит как ничья. Не знаю почему. Но как-то если он заберет, может я как-то залезу с, ну, с конжи 4 слонечек. Кто знает, что фьючер светится. И кстати, мой день рождения завтра. Пожалуйста, забери. Умоляю. Нет, нет, не хочешь. Ну, как картинка, он сердитый. Я такой же. Кто сыграл? О, наконец-то. Как-то пушить. Тьфу. Уф. Уф. Атака не всегда работает, поэтому не всегда надо атаковать. А, бьет как-то бить-то. Ша-ша-ша. Ну, ладья. H8. Как вам? Ладья. H8. Неплохо бы выглядело. Не, король... Да. Нормально. Всё! Нет, это серьёзно.
Да, серьезно. Не было смысла играть. Ну да. На плейбета. Сыграю 10 минут. Окей. Ну, 10 минут. Какие тут турниры? А, нет. Видишь, как это? А, он через одну минуту. А, тут еще не знаю. Что 10 минут. Извините, если это вас раздражало. Из Канады, из Украины. Я не умею разговаривать по-украински. Попробуем тогда на бэсе. Убить. Ну, съесть, убить. О, не. А, хотя бить сон. Не. Может, сначала. Как такое надо? Трикон на Б5. Ну, конь C5, конь бьет так. Не, да, не очень работает. Сначала не так будет. Бессмысленно. Рокировку. Как раз на 10-й ход. Пойду открывать. Минус 2. А, ну да, минус 2. Минус 2. Смотри. Конь B4. Грустно как-то. Минус 3 сидеть. Не падайте до минус 3. Ну, если там хотите ничью сделать, у вас там пешка за коня, и вы там ферзя бьете, то вы можете, конечно, в игре как-то встать минус 3. Ну так не делайте, пешки отдавать, как я. Я не очень нравится пешки. Так, этот шел. Теперь слон F6 отойдет. Заставляем, ну, ему как фигуры меньше силы. Ну, я не знаю, как объяснить это. Ну, на 4 можно опять как-то понять, ну, там ферзь B5. Я думаю, конь A3 там и как и там. А, ну там.
Там он собирает фигурки. Как слона прогнать? Можете подсказать? Ну, конечно, не очень. Уже на помощь. Как-то конь туда попадет. It's many bugs. Нет, не очень много. Не очень много. Прикиньте. Нет, подожди. Черт. Черт. О, нет. Что? В общем, ничего плохого нет. I'm just kidding. Ну, там плохо вообще есть. Камешки. Плюс один. Что, подожди. It's many bugs. Просто пить мне труба. Ходи хоть туда, хоть отдай ферзя на яйцо. Я все равно хочу. У меня других шансов нет. Что я теперь? Конечно, ладья 8. Настоящая труба. Надо выйти к королю. Нет, не надо. Ну, так лучше на лайф-чес поиграть. Тут кто-то нормальный. Ну тут-то 200. Ничего, я турнир сыграл. Не буду играть. Одна минута. Извините. Сыграю тогда вот такой турнир, который называется Crazy House. Если вы не знаете, что это за игра, начать сперва. Я так почти всегда. Я ровно на 300 очков выше. Шах, нет. Уф! Сначала слона наш, Катя, потом.
какой нубик. Можно по... В общем, нету вопроса. Если я проиграю, я хочу смотреться. Шахуй, даже бей. Ай, как? Ну как? Нет, я не умею такие быстрые шахматы. Как? Сейчас. Home settings. Место пазл battle. Apply. И... New game. 3 плюс 2. Извините. Я свою песню пел. Громче, чем какую вы слушаете, пою. Извините. Ток. Ну да, тока можно удариться. Да. Конде пать. Так оказалось. Овца на пороге. Ну, я овца на пороге. Правильно. У тебя ничего тут грустного как-то нету? Мне кажется. И лучше бы ответил, чем терять пешку. А это входит. А что? Короля. Ну так, попробуем. Так. А, закончился? Нет. Ну, шах. Забираем на D5 еще. Ничего грустного для нас нету. Хи-хи-хи. Ток-ток-ток. Оуф! We won! Один мистерик. А, хочется один. Девять раундов. Как вы думаете, лучше сыграть 9 раундов? Одну минуту? Ой, или нет? Одну минуту. Вы сможете подождать минутку? Я пока посмотрю. Как я тут? Так. А, я тут с ним классно справился. А зачем сдаваться минус 3 на 15-м ходу?
Вы услышали этот звук? Это турнир меньше минуты начинается. А подожди, а я в нем? А когда я успел зайти? Я не помню, чтобы я заходил. Игра будет, вы увидите, да? Говорил? Шестьсот? Еще какой шестьсот? Игрок. Папуя. Лучше всех играть. А что, он не очень хорошо? Но он с таким чуваком. Не чуваком. Прогоним ферзя? И попробуем как-то конь b6 или пешка съесть. Шестьсот. Радуем грустно. Не, ну в пуле как-то не грустно. Тут 600. Это одна минутка. 10 000 минут. Если пуля была 10 000 минут, я бы даже, кстати, не играла. Я ненавижу медленные шахматы. Ненавижу. Тю! Я же G5 буду играть. У нас было 2 секунды. Тю. О, как быстро играет. Как он эти Женрей? Я такого уже сегодня видел. А зачем бить? Он по времени. Тю, что за игрок? Мне нелегко добиться. Мне как раз Теса Макс. Good thing I can pre-move, right? Правда? Люди, правда? Чё? Нет. Я понял. Как раз. Попробую ему задь надрать. Заднего давать. Тю, Илья.
затупел. Нет, не могу тут играть. Не, ну я не буду выходить в турнир. Потому что нету смысла заходить и выходить. Только время забирают. Я такого тоже сегодня видел. Bird. Я хочу с Ренрей сыграть. Пока, люди!